нас вечерний концерт по заявкам собачек. Делают перекличку. Вот такой сегодня у нас салат оливье и курочка, запеченная в печке с чесноком, шалфеем, в уксусе. Обратите внимание, видите, на табличке написано улица Шимон и на английском, и на иврите. Это типично для Израиля, что пишется и на английском, и на иврите, указаны вот номера домов. Вот она, улица Шимон, с 1 по 56 дом. Конечно, на улице теплая погода, я одета в джинсах, я одета в футболке, но дома уже холодно достаточно. Уже включаю я обогреватель и одеваюсь, конечно, одеваю теплую кофту. Вот так вот в футболке холодновато дома. Вот так. Ребятки, короче, я сижу после русского магазина с покупками. Купила соду, уксус и майонез. И так много народу в русском магазине, потому что пятница, а сейчас в это время только русские магазины открыты. В чем проблема-то? Почему именно людей именно в пятницу? Потому что люди не успевают закупиться в пятницу утром, закрываются в час дня или 2 часа дня израильские супермаркеты. Они не успевают, просто кто-то работает в пятницу, не успевает купить. Поэтому очень много людей сейчас пятница, ну и в субботу будут, потому что магазины закрыты. Конечно, майонез Михеев, да, майонез очень хороший, я его предпочитаю израильскому, он похож на настоящий майонез. Израильский майонез я не люблю. 11,90. 2 пачки купила. Кстати, вот такая сода в такой большой упаковке только в русском магазине. В израильском супермаркете такой соды, может, маленькой какой-то упаковочки, но вот большой такой, только в русском магазине. Это вот русскоязычная, это фирма Люкс. Соду я вообще принимаю, вообще использую везде. И волосы ей мою, и ноги парю, и посуду ей мою. Вообще это универсальное средство, и лекарство, и все. Ну и уксус тоже универсальное средство. Чтобы хорошо отмыть посуду, вообще недостаточно вот средства для мытья посуды. Только сода, уксус хорошо все отмывает, очищает посуду. Поэтому без уксуса и соды вообще не обойтись. И волосы ей ополаскиваются, это уксусом тоже. И вышло у меня за 2 пачки соды, 2 бутылки уксуса и 2 пачки майонеза. И еще прикупила я пачку молочка, потому что молочко у нас ходит. Очень быстро мы сейчас пьем шока. Шока там добавляешь 0,5 стакана молока. Все за все 67,26. Посмотрите, какой прекрасный вид. Солнце уже садится. 4 часа дня. Все уже день становится более коротким. Ночи холоднее, а нам холодные ночи нипочем. Нам наоборот в радость, потому что уже лето, так уже лето надоело жаркое, что уже эта прохлада просто наслаждаешься этой прохладой.
хочу рассказать вам, друзья, такую вот информацию. Ой, побежал куда-то. Что, значит, летом я принимала холодный душ. Это укрепляет иммунитет. Такой комбинированный, холодный, теплый. Чередовать. А сейчас уже настали холодные ночи, да? Ну, конечно, ноябрь еще комфортный месяц, не так холодно, но уже ночью холодновато, и в квартире уже прохладно. Поэтому уже у меня начался период, когда я парю ноги, наливаю тазик горячей воды и постепенно подливаю туда кипяток. И так вот два чайника такого кипятка, конечно, разбавляю с холодной водой. Добавляю в воду соль, соду, масло какое-то эвкалиптовое, какое вы любите, апельсиновое, много всяких есть. И вот чуть-чуть мыла. И так вот у меня такой релакс. Сегодня с утра встала. Очень приятно так даже вот вместо душа попарить ноги. И вот когда ноги устают после долгой ходьбы, вот этот тазик с водой, так это все усталость ног снимает. Ну, конечно, еще это полезно для здоровья, это укрепляет иммунитет, и ваша кожа на ногах становится мягкой, как у младенца. Так что попробуйте. Кстати, соды я купила тоже. Именно соды, потому что я парю ноги, добавляю соду. Сода я мою посуду тоже. Сода у меня вообще универсальное средство. Вот вроде бы суббота, да? Вместо того, чтобы наслаждаться тишиной и покоем, должна слышать вот эти постоянные эти выкрики. Так, девочки, я пришла в супер. Яблочки у нас, смотрите, яблочки все по 10,90. И зелененькие, и красненькие, и желтенькие. А вот только вот эти за 15,90. Эти крупные. Посмотрите, бананы 6,90. Села на лавочку, вот после магазина, видите, какие. Накупила полная тележка, все хотела поднимать на третий этаж. Показывать там столько много, не хочу пока. Может быть, это хэшбон покажу, насколько купила. Значит, обещают, что самое понижение температуры на 10 градусов. Стоит теплая, но ветреная погода. Я вот в такой кофте, платье. Вот. Но ветер такой сильный, но тепло. Но скоро будет все. Бабье лето закончилось уже. Все-таки пора. Конец ноябрь, конец ноября. Пора уже действительно, чтобы уже не 25 было, а уже 15 градусов. Ну и в январе будет уже доходить ночью до нуля. Вот, ребятки, такой список долгий, даже перечислять не хочется. И все надо. 288 шекелей. Вот я говорю про ветер, видите, как ветки, да? Ветки шатает от ветра. Ветерок уже чувствуется, что скоро начнутся зимние бури. Об
обычно пик приходится на январь-февраль. Вот как у нас чисто. Что-то там рабочие делают. Непонятно. Спросила вот у рабочего, а для чего вот это они делают вот этот заборчик. Они сказали, а он мне сказал, для того, чтобы если в темноте идти, чтобы было удобно. Я ничего не понимаю. Желтенький вот такой маленький. Непонятно. Вот побежал лисенок. Лисенок побежал. А рядом кто-то. А что это, собачка или кто? Смотрите, лисенок, видите? Лисенок или шакальчик? Так. А это кто такой? Шакальчик? Что-то не могу понять, кто это. А, это шакальчик какой-то. Ой, ой, это шакальчик. Шакальчик такой. А, они в парк зашли. Посмотрите. Шакаленочек. Нравится ему гулять. Видите, побежал. Но они в пустыне живут и в парк зашли. Смотри, не боится меня. Вот ты какой. Ищет еду. Вышла в парк гулять вечером и, на свое удивление, встретила тут шоколята. Гуляет. Они, наверное, еду ищут. Посмотрите на это творчество. Уже кто-то постарался. Зашла этот хоум-центр, у меня поломался столик, на котором стояли цветы. Вот нашла такую полочку, но подходит для полотенец и для цветов тоже. Правда, ей нужно самой собирать. Не знаю, сейчас ищет он в кладовке вот работник магазина, есть или нет, я не знаю. Короче, девочки, смотрите, купила я вот эту полочку. Работник мне сказал, что у меня все получится собрать, все закрутить, все болтики. Специально купила отвертку за 15 шекелей. Вот отверточка. Вот отверточка. И это анекдот какой. Анекдот. Стоит, короче, этот мужчина лет 60. Смотрит такой. Ой, а как ты вот, как ты понесешь вот это? Это же тяжело, говорит. Шок был. Я говорю, как вот так? Вот она легкая. Возьму в руки и понесу. Он такой, вау, такой. Так, ребятки, собираю я полочку. Видите, ключик. Уже вот, вот эти две вкрутила. Осталось еще внизу. Все сама.
А мне никто не нужен, я делаю все сама. Вот такая ляпота. После тяжелого трудового дня сегодня очень это мицва это неврити доброе дело покушать хорошо пельмешки и вот оливье.